под ваши овации пригласить человека, о котором как раз Роза говорила. И буквально, вот знаете, такое будет активное действие, я бы сказала сейчас. Этот человек знаком очень многим нашей компании. И больше половины партнеров компании на наших рынках считают его, ну, гуру, считают его своим верховным спонсором. И он очень многим людям в компании GNS Global помог. Но не делал работу за них, а именно показывал, как можно стать богатым компании GNS Global. И он и не только показывал это, но и сейчас это делает вместе со своей сильной командой. Сейчас на эту сцену выйдет лидер компании GNS Global, самый влиятельный, который внес в развитие компании на наших рынках самый большой вклад. Встречайте, изумрудный директор компании Global Олег Пермяков. Бернес Олег! Бернес Олег! Привет всем! Я не первый раз в этом зале. И знаете, почему больше всех я чаще всего сюда приезжаю? Люстры нравятся. В Казахстане совершенно уникальные люстры. Обратите внимание. И это очень большой свидетель. Я уже ни в одном таком зале был в Казахстане. Заходишь, и первое, что я вижу, люстра. Охренеть! Какая люстра! А за этой люстрой огромный смыв. Это говорит о том, какой народ здесь. Я еще в этой люстре после обеда долго сидел. Сейчас у меня, к сожалению, нет времени. Меня зовут Олег, моя фамилия Сергейков. Я работаю в компании «Жанет» с 1 августа 2014 года. Это дата, когда официально была открыта Россия и другие наши страны, Россия, русский рынок, русскоговорящий рынок, в том числе и Казахстан. С этого момента я вместе с своей группой работаю для того, чтобы продукты доставали, доходили до самых далеких уголков наших стран, чтобы люди начинали их использовать. Я сегодня слушал нашего доктора и понимал, что это на правильном пути. Речь, вот сейчас Роза говорила о деньгах. Деньги – это очень важно. Люди нуждаются в деньгах. Кризис, падение, кредиты, ипотека, утрата рабочих мест, разрушение бизнеса. Люди нуждаются в деньгах вот так. Им надо помочь. Но начинается все с продукта. Начинается все с истории людей. Вот я пятый день нахожусь в Казахстане, общаюсь с людьми, рассказываю истории. И вот недавно мне прислали из чата, прямо из скайпа, историю, и пишет женщина, наш партнер, пишет она примерно так. Примерно так пишет эта женщина в чате, в скайпе. Она говорит, ребята, просто пишет в чат большими буквами. Она пишет, ребята, может быть, вам и все равно, но я не могу не поделиться тем, что со мной происходит. 3 года назад мой муж попал с инсультом на койку. Врачи сказали, инвалид навсегда. Меньше месяца назад мы начали, я вступил в компанию «Жанет», потому что узнал, что там хорошие продукты, которые помогают людям. И он начал использовать эти продукты. Рефер, Финик, АМПЭ. У него через 10 дней пришел в норму сахар, у него сахарный диабет. Перестали колоть инсулин. Но самое удивительное, меньше чем через месяц, с ним произошло чудо. Вчера он пошел, и буквы стали вот такие в чате. Вчера он встал и пошел. Послушайте, что еще надо сказать? Я всегда рассказываю истории, которые меня затрагивают. Потому что не каждый может рассказать, как наш доктор Варвара Васильевна.
Она очень много лет училась, она знает, кто такой резвератрол, кто такие ДНК. Я понятия не имею, что это такое. Я просто знаю, что утром мне надо, и вечером мне надо туда заправить, чтобы у меня голова не болела. И она вот рассказывала, я достал свой телефон, зашел в почту и посмотрел анализы. Я проходил в апреле этого года тест на длину теломер. Ездил в специальный институт геронтологии в Санкт-Петербург и прошел там тест. И когда я посчитал, то для моего возраста там надо от 4 до 6 длина теломера должна быть, условная единица. А специалисты, которые мне сказали, какие у меня теломеры, они сказали, такого редко встретишь в уникальной диабете. Да, я говорю, я же, у меня же и подрастел баночки. А я говорю, да что это тоже? Я говорю, секрет. Подпишитесь в нашу команду, тогда будем с вами с институтом удлинения жизни и борьбы со старением работать. А так пока наслаждайтесь своими таблетками, которые в 3-4 раза меньше по эффективности. У нас действительно уникальный продукт. И поэтому, когда мы сами получаем результат, когда мы сами вдохновлены тем, что происходит, понимаете, что было повышенное давление. Забыли вообще. У нас во всех квартирах, во всех домах, где мы живем, везде лежат эти аппараты для измерения давления. А сейчас они не нужны. Я говорю, сколько бабла ставили в эти аппараты. Теперь выкидывать надо их. Не нужны, понимаете, не нужны. Кто хочет быть здоровым и кто хочет помочь своим близким, чтобы мама пожила. Моей маме 89 лет, она на каблуках расстегает так, что мало не покажется никому. А кто хочет, чтобы ваши внуки были здоровы? Ему 2,5 года, он еще говорить не умеет, но он требует резерв каждое утро. Вот как должна быть жизнь устроена у человека, который попал в правильную систему. Если вы попали в правильную систему, в компанию Шанель, вы будете работать, используя продукты, чтобы быть моложе, здоровее и красивее. Вот это работа. Это не тракторы продавать, не селедку на рынке продавать, не бухгалтерии сидеть, не в банке бизнес делать. Это делать себя лучше, моложе и здоровее. Скажите, можно этим хвастаться? Начинаете хвастаться, люди начинают захачивать то же самое. Когда они начинают захачивать, то они покупают, ваши деньги платят. И чем больше количество людей помогли, тем больше денег заработали. Вот Роза сейчас все хорошо рассказала. Ну, с такой теоретической точки зрения, чтобы у вас было представление о том, как там деньги начисляют. Каждую неделю чик на карту, которую присылают в компании, бесплатно. И на эту карту раз, и банкомат раз, зарплата здесь. Чтобы за 2 с лишним года как хоть раз задержали зарплату, жизни такого нет. Вы можете точно знать, вам всегда выплатят, если вы помогаете людям, и вам начисляют деньги. Итак. В зависимости от вашего вклада, неважно, когда вы начали, сколько вы работаете по времени, какое у вас образование, сколько вам лет, есть у нас опыт или нет, не имеет значения. Есть собственные результаты с использованием продуктов, есть желание делиться с другими, у нас есть масса инструментов в интернете, по-всякому, чтобы вам было легко. Есть такая нужда, потребность, желание, вы будете богатым человеком.